Сорт перца Эль Оро де Эквадор. Переводится как Золотой Эквадор. Это перец из Южной Америки. Перец очень вкусный. Мне очень нравится. Это хрустящие такие толстостенные плоды. Очень хорошие. Срок созревания у него от 85 до 100 дней. Можно с одного куста собрать от 80 до 100 стрючков. Кусты не очень высокие. Высота от 50 до 70 сантиметров. Сорт слабоострый. От 100 до 150 единиц. Это вообще такой, как бы, вы можете свободно кушать с борщом. Он не сильно острый, но очень и очень вкусный. Вкус плодов фруктовый, таким с фруктовым ароматом. Это очень красивые плоды. Этот перец созревает от зеленого цвета и приобретает красивый желтый цвет. Это очень плодовитый сорт. Он вам обязательно понравится. Очень большое количество стрючков. Он плодоносит, можно сказать, практически круглый год. Цветет и плодоносит. Вам только надо будет его хорошо подкармливать. Это растение вас отблагодарит большим урожаем. Это растение кустарникового типа, многолетник, так что можно выращивать его как в открытом грунте, в теплице или на подоконнике. Этот сорт можно выращивать как в теплицах, в открытом грунте. Он довольно быстро созревает, от 80 до 100 дней. Это с учетом того, что вы высадите его в грунт, должно пройти 80 дней.